Компания Харри Уинстон открывает девятую главу в своей замечательной серии «Histo de Tourbillon», которая представляет собой ограниченную коллекцию часов, посвященных одному из самых сложных усовершенствований в часовом деле – турбиону. В коллекции, которая развивается в течение 9 лет, появляется еще одна новинка. К тироксиальному турбиону присоединяется ретроградный механизм с прыгающими стрелками часов и минут. Версия этого года является самой компактной и, вероятно, самой износоустойчивой по сравнению со всеми часами данной серии. Благодаря диаметру 46,5 мм и обильному применению титана, турбион стал легче, чем когда-либо ранее, поэтому он удобен при носке. В корпусе используется сапфировый кристалл с высоким куполом, также известный под названием стеклянного ящика, который выпирает над ним. На задней стороне корпуса применяется второй стеклянный ящик. Главным образом он прилегает к запястью, лишь порой давая возможность полюбоваться на часовой механизм. Ключевая особенность этих часов – это наличие турбиона с тройной осью, который размещается внутри большого отверстия диаметром 20,5 мм в положении 6 часов. Его внешняя каретка медленно вращается по горизонтальной оси каждые 5 минут, а внутренние каретки вращаются с более высокой скоростью каждые 75 и 45 секунд. Время указывается на биретроградном циферблате с маркировкой «Харри Уинстон» с помощью двух прыгающих стрелок для часов и минут, перемещающихся над двумя секциями с нанесенными арабскими цифрами. Усложнение прыгающей часовой стрелки смотрится довольно необычно, так как стрелка постепенно переходит от 0 до 12 часов по шагам, прежде чем прыгнуть обратно к началу. Часы рассчитаны на калибр HW4504, который был разработан исключительно для Histo de Tourbillon 9. Этот механический ручной механизм собирается из 408 отдельных компонентов, 117 из которых находятся в турбионе. Механизм функционирует с частотой 21600 колебаний в час, обеспечивая около 50 часов запаса хода. В положении 8 часов доступен индикатор запаса хода. Будет изготовлено только 20 часов Histo de Tourbillon 9, 10 из 18-каратного белого золота HCOMTT47WW001 и 10 из 18-каратного розового золота HCOMTT47RR002. У часов будет черный ремешок из кожи аллигатора, прошитый нитью из драгоценного металла. Нить из 18-каратного розового золота применяется для версии с корпусом из розового золота, а платиновая нить — для моделей с корпусом из белого золота.